Всем добрый субботний день. Мы с Татошей сегодня гуляем по лесу. Сначала в наш лес пришла осень, а вслед за осенью в лес пришел Татоша и привел за собой папу. Наша зарисовочка так, в общем-то, ни о чем. Лес у нас старый, это у нас поваленные ветром деревья, листья уже желтые, это то, что у нас под цвет окружающей среды, так что его не сразу же и заметишь. Он своей обычной походкой от бедра идет впереди папы, что-то разнюхивает собака. Ну и мыслит, как всегда, инако. Вот так вот. Оставляет свои автографы. Опа! Дергает папу за поводок. В общем, как обычно, дергает папу по жизни. Ну, мы, пожалуй, на этом прервемся. Потому что сейчас мы выйдем на центральную аллейку. А то, возможно, другие такие же папы с другими собачками гуляет по этому осеннему лесу. И, возможно, радуется теплой осенней погоде и жизни, в отличие от нас. Мы радуемся только Татоше и погоде. Всем пока, хорошего настроения и удачного дня. Автограф? Пока. Okay.